раз веселые дружочки, мои желтые комочки. Привет! Вы на канале Тим Битач и Маша! Сегодня мы готовимся к Пасхе! Да! Привет, друзья! В преддверии светлого праздника Пасхи мы покажем, как легко можно украсить яйца и сделать к ним подставку. Вот такую подставочку петушка можно легко сделать из подручных материалов. Да. Для этого нам надо взять лоток для яиц, да, ножницы, кисточку, белую и черную краски и вырезать из цветной бумаги красного цвета вот такие заготовочки для клюва, гребешка и хвостика. Для заготовки нам надо будет вырезать вот эту вот часть лотка. Вот заготовочка у нас должна получиться. Посмотрите. Видите? Теперь ее надо разукрасить белой краской. Наш же петушок беленький, красивенький. Начинаем красить. А ну, дети, аккуратненько придерживайте ручкой. Вот таким способом нехитрым мы красим и ждем, пока заготовка высохнет. Да. Так, дети, молодцы, разукрасили нашу заготовку. И пока она высыхает, мы будем необычным способом красить яйцо. Да. А знаете, с помощью чего мы будем красить яйцо? С помощью вот такой вот посыпки, да, и белка. Попробуем? Да. Сейчас мы яйцо должны намазать белком. Да. Давайте. Ого, оно липкое такое. Да, липкое, конечно. Оно как клей. Да. Мажьте яичко. Оно... Получается? Да, да. Тягучее. Такое. Так, а теперь пробуйте это яйцо опустить. Не-не-не, прямо яйцо опускай. Ну да. Давай, пробуй. Той стороной, где вы намазали, ты опускаешь посыпку. Показывай мне. Ух ты. Класс? Да. Далее мы берем наши заготовочки. Ромбик сгинаем пополам, и у нас получается клювик. А вот такой полукруг мы немножко надрезаем с той стороны, где у нас прямая сторона. И у нас получаются перышки на хвостике. На клювик наносим клей. Давай, Тимофей. Осторожно. Осторожненько. И клеим к нашей заготовочке вот сюда. И наш петушок уже может кричать и кукарекать. Наш петушок почти готов. Да. Единственное, что не хватает петушку? Глазки. Глазок не хватает. Но мне кажется, здесь вы справитесь без меня. Вот такая чудесная подставка с необычным яичком у нас получилась к Пасхе. Да. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Тим Битач. И Маша. Пока-пока. Пока-пока. Христос воскрес. Христос воскрес. Воистину воскресе.